Победная раздевалка после матча с Рублем. Очень необычная игра получилась. Пару комментариев игроков, как обычно. Кирилл Забелин. Кирилл, что скажешь? Фу. Ну, результат ни над кем не давлел, блин. Получилась очень веселая игра, конечно, в первом периоде. Мы, наверное, уснули сначала. То есть мы пускали все, что можно. Потом взбодрились в перерыве и начали играть в хоккей. Ну, результат по игре, в принципе. Все, что могли забить, как они больше, и мы больше. Ну, результат отличный, мне понравилось. Ага. Спасибо. Спасибо. Так, следующий комментарий. Вратарь Евгений Карпов сегодня нам ответит. Жень, что скажешь по игре? Ну, это не игра, энергия, может быть, лучше собраний, провалы в защите, недоработка в нападении, моя неуверенная игра. Ну, в принципе, счет на табло, мы выиграли всех с победой. Можем играть лучше, сделаем выводы и займем первое место. Спасибо. Так, ну что, сегодня у нас традиция. Традиция. Лёха, ты где? Какие полотенца выйдет? В следующий раз, если поиграем, то можно сказать, что что-то пошло не так. Представляю себе майку, беру сегодня 5 отборов. Так. Да, кому? Кому? Калине? Макса нет, он бы в душе начал себе. Так, ну сегодня... Серега забил бы крайний гол, когда он пошел за... Алексей Солодов. Мне эту миссию поручил. Ну что, сегодня лучший игрок Паша Калинин. Поздравляем. Паш, доставай, накидывай. Там шайба. Ну что, молодец, поздравляю.